Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Сейчас я вынул курочку-мамочку из гнезда, но я это сделал зря, потому что вот у меня, сейчас покажу, вот у меня начинает вылупляться, по крайней мере, здесь, и уже слышен писк. Как минимум двое уже выходят. Вот это не крестик, это звук, надпись «Ха» или «Хэ» или «Хо» означает «холодильник». Скорее всего «Хо». Сейчас попробую показать. Вот в центре экрана на этом яйце. Там даже двойной проклев получился. Какой-то мощный цыпленок. В холодильнике было 7,5 градусов температура. Нежелательно, конечно, хранить в холодильнике. Но, как показала практика, брать из холодильника можно. Если у вас какое-то необычное событие, вот оно, значит, по крайней мере, проклюнулось. Не знаю, что там произойдет. Как там, вот еще тоже. Сейчас попробую показать. Вот, тоже проклюнулась маркировка. Сюда не вижу. В общем, все яйца я сделал немножко неправильно. 30 числа у нас должны были появиться первые цыплята. Сейчас я снял курочку. И это, чтобы она покушала. Вот она. Вот такая вот влажная мешанка. Она воду вообще не пьет. Не знаю, как она живет с этого. Но, в общем, она не пьет и только кушает влажную мешанку. Бывало, что она кушала сухую, но я стал ей давать только влажную. Она кушала сухую и совершенно не пила воду. Сейчас она немножко перекусила, чистит перышки, ухаживает за собой. В гнезде это сделать нереально. Вообще она ничего не делает, кроме как сидит и все. Никого не пускает. И не выпускает. Вот. Подложу, скорее всего, вот это яйцо. А эти все яйца выйму. Потому что если курочка сядет снова на яйца, а как вы видели мои предыдущие сюжеты в плейлисте «Дневник курча 2017, там курица заходит с лапами. Она не подходит там, а потом плывет, как лебедушка, потому что она не лебедушка. Она заходит сверху, затем садится и окунает в среди яиц свои лапы. И килем упирается вниз. Она не стоит. Стоять она будет после того, как вылупятся цыплята. Она будет стоять на пятках. Ну, там, где у них пятки. Где оно, конечно, по-другому называется, но так проще сказать. Вот, осталось 10, те были раздавлены. Во всех были зародыши. Те, что были раздавлены, все были с зародышами. Арсений Селезнев, Зверобой. 30 марта было заложено 9 вечером. Цыплята вылупляются. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!